Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Илья, и в этом видеоролике мы с вами научимся играть песню группы Metallica «Friend of Misery», которая находится на черном альбоме. Присаживайтесь поудобнее, берите в руки инструмент, чаек, кофеек и наслаждайтесь. Данная басовая партия принадлежит перу немало известного бас-гитариста тех времен у группы Metallica, это Джейсон Ньюстед. Он в те времена занимал далеко не главенствующую роль в группе, скорее играл на вторых порах, судя по фильму по документальному, был не совсем равносильным участником коллектива, и то, что ему дали играть такое долгое вступление на бас-гитаре, такое количество эфирного времени на альбоме сольного, это практически чудо, и насколько мне известно, это единственное... Это не единственная, а первая такая композиция, где ему доверили играть такое большое соло. Но, тем не менее, его сократили, обрезали и оставили только начальную часть, а в последующем он на концертах исполнял более полную версию этого вступления. Это целая басовая такая небольшая композиция, сольная, ну, такая несложная для концертов, но, в общем, есть более полная версия. Скажем, если, например, это видео наберет, скажем, 1000 лайков, я попробую разобрать это полностью соло и сделать... Friend of Misery для бас-гитары полностью, как он играл в последующем на концерте. Но на альбом, как я уже говорил, вошла сокращенная версия, обрезанная, как в виде вступления. Данная музыкальная композиция находится на предпоследней строчке этого альбома и явно не претендовала на роль какого-то суперхита, к тому же она уже по факту осталась в тени оверхитов с этого альбома, там Unforgiven, Nothing Else Matters, Inter Sandman, то есть это все затмило эту песню, но тем не менее ее исполняет и по сей день группа Metallica, она довольно прикольная, несмотря на то, что она просто осталась в тени своих оверхитов с этого альбома, я очевидно. Тут довольно классическая для Metallica аранжировка. Вначале играется какая-то акустическая партия. Обычно это делает Hetfield на акустике, играет какой-то перебор. Это все очень типично для Metallica. Здесь они использовали ту же схему, только здесь они дали это время именно бас-гитаристу. Он сыграл такое акустическое вступление именно на басу для разнообразия. Если судить по оригинальной записи, вступление было сыграно Ньюстедом с помощью медиатора. Его сложно не узнать здесь, но далее, как мне кажется, бас прописывался другими треками, накладывался и игрался пальцем, потому что явно медиатор дальше его не слышно. Медиатор так не звучит, как в куплете, припеве этой песни. Поэтому мне кажется, что вступление было записано отдельно, потом далее дописывалось уже пальцами куплет, припев, основные рифы. Интересно, что Трухильо сейчас в современное время уже играет эту песню всю с помощью пальцев, он не заморачивается. Я сыграл ее с помощью медиатора, потому что вступление с помощью медиатора, если бы я его сыграл там пальцами, то все бы пришли бы фанаты Металлики и сказали, что ты как-то смеешь играть пальцами, она сыграна медиатором. На самом деле, ее, ну, я как одним дублем писал, поэтому я не могу выкинуть медиатор и перейти на пальцы. Соответственно, я все записал медиатором, но по факту у нас только вступление играет с медиатором, потом явно чувствуется округлый звук пальцев, и я не слышал там медиатор, вот честно, не слышал. Поэтому я останавливаюсь на той точке зрения, что отдельно было дописано вступление, записано с помощью медиатора, и добавлено дальше, дописано уже пальцами все остальное. Вот такие дела.
Для того, чтобы приступить к игре этой песни, первое, что нужно, это настроиться на правильное эмоциональное состояние души. Так как песня серьезная, она не терпит какого-то к себе несерьезного отношения в виде смеха, в виде какой-то легкого настроения. Она как бы рассказывает, повествует нам о серьезных человеческих переживаниях, о серьезных вещах. Она нельзя ее играть каким-то лицом веселым, улыбаться, нужно обязательно гримасу такую серьезного думающего философа, как бы думающего о бытие, то есть человек берет на себя ответственность, борется за что-то, но потом как понимает, что то, за что он боролся, это никому не надо, он никому не нужен. В общем, вот такие должны быть примерно сюжеты, такие серьезные, философские, для того, чтобы настроиться правильно на эту песню. После того, как вы настроились эмоционально на ее исполнение, нам надо взять в руки медиатор. Вот любой. Ну, я играю вот таким обычно. Какой мне первый попался под руку, я его беру. Значит, медиатор. Начнем со вступления. Вступление играется у нас как бы перебором. Вот таким образом. Значит, я начинаю играть с первого пальца указательного, ставлю его на первую струну, ноту фа. Мне понравилась такая аппликатура здесь, потому что она удобная. Потом второй палец у нас ставится на ноту ре, 12 лад. Значит, вот таким образом. Для чего мы именно, я использую такую аппликатуру, для чего она лучше? Потому что мы освобождаем вот этот палец, мизинец, для того, чтобы дальше сыграть. То есть мы не живем только сегодняшним днем, так скажем. Мы думаем уже о будущем и думаем о следующем шаге. И здесь это важно. Вообще в игре на бас-гитаре надо думать наперед всегда. То есть ты играешь ноту и уже думаешь о следующей. Заранее, за несколько, за полтакта, за так, зависит от твоего скилла. Там, разные музыканты могут по-разному думать там наперед. Но мы учимся здесь думать наперед. Здесь ничего сложного, значит, переменный штрих обязательно здесь в данном виде. Значит, открытая ля. Вот таким образом. Вот такой вот переборчик здесь у нас. Далее у нас идет 14 лад, 12 лад и 10. Это у нас первая часть, обыгрывается аккорд ля. Далее мы переносим, опять же, сохраняем аппликатуру, большой палец, большой палец, указательный палец ставим на ми. Это вторая часть фразы вступления, вторая фраза, так скажем, да. Это, по сути, типичная такая секвенция, красивая, мелодичная. Мы сначала, это тоже ля обыгрывается, но просто с другой ступени. Вот такое вступление, так оно играется, ничего сложного. Единственное, надо играть переменным штрихом его и привыкнуть разработать вот этот переменный штрих здесь. И очень тоже сложный момент может показаться, это скачок от первой, от третьей до первой струны. Вот это его тоже нужно тренировать, чтобы рука уже сама чувствовала вот этот переход. После того, как мы научились играть вступление, у нас сразу же идет куплет. Начинает Hetfield петь, меняется немножко у нас линия. Мы переходим на остинат нуля, играем восьмыми ровными. Хотя фактура меняется, в гитаре меняются аккорды, гитара довольно подвижна, но бас здесь такой остинатный, восьмыми нотами. Вообще в этой песне самая мелкая длительность это восьмая и пульсация восьмыми, традиционно роковая. Здесь нет никаких шестнадцатых, там никаких синкопов, то есть чисто восьмые. Восьмая самая мелкая нота. И это упрощает нам задачу в плане ритма. Значит, и тут классический пример того, насколько бас важен в таких партиях. Он создает склейку между барабанами и гитарой. То есть гитара это здесь выполняет одну роль, какую-то мелодическую, аккордовую. Барабаны свою роль выполняют, и бас здесь склеивает. Если убрать здесь бас, хотя он не броский, здесь довольно скромно звучит, его так убрали немножко, запихнули куда-то назад, он не выпячивает, создает такую теплую, круглую склеечку между гитарами и барабанами. И здесь без баса просто была бы одна большая дырка, и вроде скромная партия, но она здесь очень важна, это классический пример вот этого. Значит, как играть? Ля остинатная, дальше у нас первое проведение, до соль опять ля, кварта вниз, ровные восьмые, потом второе проведение, соль, через соль играем, последняя доля последнего такта у нас соль,
и выходим заново. Держим ровные восьми, ничего сложного, обычные нули, все знают нули, умеют играть. Вот так играет, собственно, куплет во всей песне. После того, как мы сыграли куплет, неожиданно мы начинаем играть припев. И здесь начинаются вкусности. Вкусности этой песни — это риф. Довольно прикольный, который цепляет за душу. Здесь происходит модуляция, другая тональность и два аккорда — фа диез и ля. Как это все играть? Я покажу пальцем, не буду показывать медиатором. Может быть, покажу, как настроение будет, сейчас посмотрим. Значит, фа диез. Восьмые, восьмые. Здесь риф с хроматизмами, в пятую ступень фа-диезовского аккорда и в пятую ступень ми-минорного аккорда. То есть такой рифчик с хроматизмами прикольно звучит. Я его играю медиатором на записи здесь, но медиатором играть посложнее, потому что нужно глушить струны. Если вы не будете глушить струны, то у вас слушать то, что вы будете играть, будет невозможно. И здесь, когда я играю... Я постоянно думаю о том, чтобы глушить струны, чтобы не было никаких заводов, грязи, потому что если об этом не думать, то будет невозможно слушать то, что вы играете, будет какая-то грязь, какой-то завод, какой-то шум, какой-то бред, какой-то непонятно что. Поэтому я стараюсь держать вот эту часть ладони, ребро ладони, ближе к струнам. Например, я спускаюсь на ноту ля, я придерживаю ноту ми, открытую струну ми, ребром ладони, контролирую, стараюсь всегда, если какой-то завод, сразу закрыть эту тему, и левой рукой я тоже контролирую. При игре медиатором это важно, например, если я играю пальцами, гораздо проще, я могу правой рукой все контролировать, левой по минимуму. Здесь же нужно работать левой и правой синхронно в некоторых местах. В общем, это нужно тренироваться для того, чтобы не было грязи. Поэтому рекомендую поиграть триф отдельно, просто под метроном, с глушением ноты и... так скажем, последить за тем, даже можно записать это куда-то себе на компьютер и послушать, чтобы не было максимально грязи. Это будет, кстати, полезная работа довольно-таки. И последняя часть данной песни в конце, как кульминация, Кирк Хаммет играет с квакушкой что-то напоминающее гитарное соло, и у нас риф меняется. Аккорд остается фа диез у нас здесь. Мы играем фа диез, потом хроматический подъезд к нему. Здесь через открытую ми играем соль. Ну, простой риф, ничего сложного, я думаю, справитесь. Ничего тут оверсложного, оверскильного нету. Так что вперед. Итак, это были все части данной музыкальной композиции. Мы их разобрали. Вам остается только включить плюс или метроном и практиковаться. В этом точно будет однозначно, стопроцентно польза и плюс для вас и для всех. А я посмотрю по лайкам, по комментариям, насколько это интересно. Если будет довольно интересно, мы разберем еще что-нибудь группы Металлики, так скажем, пообсуждаем. Мне это тоже интересно, для меня это что-то практически тоже неведомое. Я мало играл партий метальных, мне никогда не были интересны. Но сейчас, так скажем, я расширяю свой кругозор. Металлику-то я слушал давно, но партии мне никогда, на басу мне не интересно было играть. То есть, знаете, вот музыка, которую можно послушать, но ты никогда бы не стал играть. Вот Металлика для меня лично такая группа, которую я, ну, с удовольствием могу послушать, много песен классных и даже неизвестных каких-то, они супер крутые. Но играть бы мне было неинтересно. Но, тем не менее, находишь какие-то довольно любопытные партии, которые, мне кажется, полезно и новичку разобрать, и не новичку, и так далее. Ну, в общем, спасибо, что посмотрели, уделились ваше драгоценное время на мое видео. Подписывайтесь, ставьте обязательно колокольчик, как положено все. Всем любви, доброты, вдохновения, хорошего настроения, всяческих благ, дорогие друзья. Всем пока!